она согласна. Вот это называется трансформационное путешествие с профессором Козловым по миру, по разным точкам планеты волшебным, где происходят глубинные трансформации. Да, мы сейчас путешествуем по нижним мирам. Причем это не трансперсональное путешествие, а это у нас реальное путешествие. Где профессор? Плохо видно. Да, но голос слышен. Но голос мы всего пещера? Самая высокая 40 метров. Высота 40 метров? Да. А длина? 15 километров? 15 километров. Да. 15 километров. Да, да, да. Да, да. Вот здесь караван дракона. А то, когда пошли взлеты, да, смотрите, назад. Вот. Это так грело. Голову, конечно, ну, не неплохо. Это не портит. А рука вообще. И зуб. Это не наша пристань.
чтобы я не выпала. На всякий случай. Вот вроде бы, да. Вот смотри, ты, наверное, думали, как все время. Да. Уже рука бойца держать устала. Приплыли, да?